Добрый день, дорогие товарищи. Значит, вот сегодня, благодаря такому удачному моменту, Ярослав к нам пришел в гости, сопровождая Инну. И хотелось бы поговорить вот на тему, опять-таки, каждая тема, она бывает спровоцирована какими-то, ну, событиями, которые у нас бывают. Вот. И в последнее время что-то зачастили. Приводят детей с различными, ну, такими жалобами. И одно и то же у всех детей. Приводит школьница, ну, 7-8 лет ребенку. Говорит, вот у нее что-то последнее время, последние полгода, постоянно голова болит. Вот головные боли, вот приходит после школы, вот у меня голова болит, у меня это там, ну, такую таблетку дали, такую. Повели к невропатологу, повели там к педиатру. Ну, что вы хотите? Вот нагрузки у них большие. Вот, да. Не бывает беспричинных головных болей. Не бывает беспричинной боли. Вот у нее голова болит, а вот в последнее время еще головным болям постоянно боли в животе присоединились, спазмы в животе, какие-то эти вот нервные, вот не может посидеть. Какая может быть такая причина, которая полгода у ребенка 8-9-летнего, 7-летнего не проходит? Ну, значит, есть какое-то нарушение, которые одной таблеткой, двумя, тремя или приемом таблеток, капель, ну, не снимается. Значит, что-то там нарушилось, и это что-то надо убрать, и боль сама пройдет. И это никого не волнует, никто даже посмотрит, ну, послушают, молоточком постукают, и на этом все заканчивается. Ну, вот такие таблетки попейте, ну, вот такие капельки пусть попьет, ну, вот такие таблетки от животика пусть побьет, ну, вот, ну, кефирчик дайте, ну, там то дайте. И вот ходят они уже, вот уже голова болит, вот второй год, и никак не проходит голова. Вот животик болит, никак не проходит. Или какая-то еще патология такая, ну, она, как сказать, интимная, будем так говорить, да, мочится вот по ночам, мы не можем его или ее куда-то отправить, допустим, с детьми, вот когда выезжают там детские коллективы, там, за город, там, летом или что-то, не могут ее с ночевкой отправить или его мальчика, да, потому что он может там, значит, ну, энурез, недержание мочи, и стыдно им даже об этом, не надо этого стыдиться, ну, не должна голова болеть у ребенка, не должен животик болеть, ну, если нормально, ну, один раз что-то поел, не то, а когда каждый день приходит сын или дочка, или там внучка, и жалуются. Ой, у меня живот, вот у меня это, ой, у меня голова болит. И вот и норовит где-то там прилечь, полежать, ну, 7, 8, 9, 10 лет. Ну, какие у него могут быть такие? Они должны быть активны, и никаких головных болей не должно быть. И пробуя это снять, там, таблетками, уколами, каплями, микстурами, ничего это не снимается. Естественно, разовое снять головную боль, любой анальгетик, он его снимет, тем более у детей. Любой какой-то там спазмолитик снимет временно боль в животе или что-то. Но избавить ребенка, и чтобы дальше он рос, ведь это сигнал, любая боль – это сигнал. Значит, сигнал, что где-то в организме что-то не то, что-то в голове нарушилось, что-то в животе нарушилось, что-то в мочевом пузыре нарушилось. И вот это что-то не дает, и организм сигнализирует болью, спазмом, нарушением мочи. Он дает сигнал, что надо мне помочь устранить это неполадок, и что-то надо делать. И вот таких детей становится все чаще, больше и больше, и все чаще и чаще. Сейчас заходишь в школу, заходили, в класс зашел, там почти полкласса, ну, 10, 12, 8, в очках.
Раньше на всю школу был один очкарик. А сейчас в каждом классе чуть ли не одна треть детей, это начальных классов, не говоря уже взрослых классов. Ну, там у взрослых уже, у более старших классов не видно, они с линзами уже ходят. А маленькие, вот они начинают уже им очки. А вот что-то нарушилось, очки там, или что-то такое. Ну, это все... Вот нагрузка у них такая, поэтому очки. Не нагрузка такая. Можно эту нагрузку снять. Нагрузка такая, но если в организме все нормально, чем больше глаза работают, тем для них лучше. И зрение только улучшается при работе глаз. Ну, надо правильно учить, как нагружать глаза и как это разгружать. Уйма способов восстановления зрения даже у пожилых, которые 20-30 лет носили очки, и их избавили. И у Нарбекова способ, и у Жданов есть вот его курсы, и там Гейтс есть. Уйма способов, и очень простых. 10 минут, 5 минут в день, и вот научить ребенка, да, снимать напряжение глазных мышц. Это же элементарно. И ваш ребенок будет, во-первых, без очков, и зрение не будет портиться. И эти же упражнения очень хорошо снимают напряжение с головного мозга. Ведь глаза воспринимают только зрение, а картинка образуется в головном мозгу. И вот когда вы глазами... Почему некоторые есть приборы специальные, очки вибрационные? Они снимают напряжение с глазных мышц, и человек хорошо засыпает вечером. Вот любой может попробовать это, да? Не может вечером заснуть. Ты, очки стоят там 300, 400, 500 рублей. Ну, уйма китайских очков. Их одеваешь на ночь, включаешь там батареечка и вибрирует. Вот одели эти очки, они расслабляют глазные мышцы, да? И человек сразу засыпает. Вот сняли напряжение, потому что не каждый... Можно расслабиться, да, какое-то... Ну, есть такие упражнения, йоговские или какие-то. Есть тексты такие на расслабление. Кто-то может себя расслабить, а кто-то не может. А это самое простое. Такое одели очки эти... Или приобрели их для своего ребенка. Вот видите, как начали с головных болей. Но это же и головную боль будет снимать. Простое. Взяли очки вибрационные, одели. Плюс еще показать несколько упражнений, когда вот эти очки одели. Туда посмотреть, сюда посмотреть, туда посмотреть, сюда посмотреть, туда посмотреть. Несколько раз. Покрутили так. И... Делая эти упражнения, вы через две недели заметите, что ваш ребенок, ой, я лучше видеть стала, и взрослые замечают. Мы делали вот своим пациентам, которые приходят к нам, ну, с головными болями приходят, с давлением, там, с сердцем, и плюс у них нарушение зрения. Мы убираем проблемы, потому что нарушается зрение когда? Когда нарушается кровоснабжение глазам, глазодвигательным нервам, мышцам. И плюс еще нагрузки большие. У здорового нарушения зрения не будет при нагрузках. А когда где-то нарушается кровоснабжение, то ли глазам плохо поступает кровь, то ли от глаз плохо оттекает кровь. И вот тогда глаза становятся слабым звеном. И любая нагрузка, она может давать уже нарушение зрения. То есть снижение зрения. Там плюс, минус, это уже не важно как. Вот. Поэтому вот надо использовать простые, доступные способы самовосстановления зрения. Вот эти упражнения, как я уже сказал, очень хорошо они описаны. Вот Жданов такой профессор, он не врач, ничего, но он создал систему такую восстановления зрения. У Нарбекова хорошо это описано. Занимает день 10-15 минут. Ну, надо ежедневно поделать, и это даст ощутимый результат. И взрослым возьмите, и сами делайте, и ребенку своему сделайте. Эти очки, ну, 500 рублей или там 300, в интернет,
в интернете наберете вибрационные очки, и они везде есть. Но если вы хотите достичь больше эффекта, значит, надо посмотреть, что спровоцировало нарушение зрения, что спровоцировало ту же головную боль, что спровоцирует непрекращающиеся боли в животике у ребенка, да, ну что, какие-то нарушения со стулом. У детей поносы или наоборот запоры. Вот 7-10 лет, а он страдает постоянные запоры или постоянные поносы. Ну, не должно этого быть. У ребенка у них такие способности регенераторные, что любая болячка должна за 2-3 дня проходить. А если это длится неделю, 2-3, месяц, ну, это ненормально. Значит, есть какая-то причина, внутренняя причина, которую надо найти, устранить. И если ее не находят врачи, а пытаются одни таблетки заменить другими, другие третьими, четвертыми, это путь в никуда. И никогда вы этими путями или путем этим, вот заменой таблеток, лекарств, капель, никогда вы своему ребенку истинно не поможете. То есть это высказывание, которое я везде говорю, можно лечить всю жизнь, а можно вылечить, избавить. То есть вылечить – это избавить навсегда, и организм дальше, чтобы поддерживал. А избавить можно только одним путем – найти ту причину в организме, которая запустила этот механизм нарушения болезни и поддерживает, не дает организму, или организм не в силах сам перебороть, избавиться, потому что ну, какой-то механизм сбился, нарушился его механизм. И это надо найти, устранить вот эту проблему или препятствие, или причину какую-то. И организм сам восстановится, и головных болей никогда не будет, и будет не уставать, не будет на уроках ребенок, и живот перестанет болеть, и мочиться перестанет. И иногда все это лежит на поверхности, а иногда надо бывает ну, более детально посмотреть. И часто вот приводят этих детей, а мы их даже уже не обследуя, уже видим проблему. Пришла девочка вот совсем недавно, ну, 8 лет, по-моему, 9 лет. Заходит вот такая умница, такая-то, ну, постоянно приходит со школы с головными болями, там постоянно животик болит. Я говорю, ну-ка, встала в маечке, уже видно, одно плечо здесь, другое там. Лопатка, одна лопатка торчит, ну-ка, я говорю, ну-ка, разденься. Маме говорю, вот посмотрите, вот видите плечи, ну, одно плечо ниже другого там. На 4-5 сантиметров, то есть это невооруженным глазом видно, что перекусывает. И она не специально, она постоянно так вот. И лопатка выступает, одна лопатка выступает по сравнению с другой там на 1,5-2 сантиметра. Кифосколиоз, то есть искривление в боковой области и в передне-задней. Но это искривление не просто искривление. Когда искривляется позвоночник вот в таком виде, вот он искривился, вот такое искривление. Боковое и в передней, задней. Вот мышцы, которые вдоль позвоночника идут, они тоже укорачиваются, уплотняются и препятствуют нормальному кровотоку и нормальному кровоснабжению, пережимаются сосуды, приводящие кровь, а больше еще пережимаются сосуды, которые отводят кровь. И кровь отводят, и межтканевую жидкость, лимфу, которая отходит, уносит все токсические вещества, отработанные от глаза, от головного мозга. И, естественно, идет застой в головном мозгу, нету обновления крови. Вот это простой сколиоз, который говорят, а сейчас 100% у всех у нас в школе сколиоз. Да, это что с этим? Ну, ничего страшного, это не лечится. Нельзя к обычному сколиозу так относиться. Это вот
где-то большая половина вот этих головных болей, нарушение зрения, боли вот, в животе, они связаны с этим сколиозом. Ущемляются корешки вот из-за такого положения. Нарушается кровоток, пережимаются сосуды. Там, где это в поясничном или в грудном отделе, нарушается иннервация желудка, иннервация кишечника, нарушается выработка ферментов, которые переваривают пищу, нарушается моторика желудка, моторика кишечника, и пища, вместо того, чтобы проходить там 20, 30, 40 минут, она проходит час, 20, 2 часа, и не переваривается, а перебраживает брожение пищи. И, естественно, начинаются вздутие, урчание, спазмы вот эти, и постоянное нарушение там, то ли запоры, то ли поносы, то ли... Пища идет как токсин, интоксикация самой непереваренной пищи. Естественно, и утомляемость, усталость, вот это все. И плюс вот эти проблемы, которые я уже говорил, головные боли, нарушение зрения, нарушение иннервации мочевого пузыря и прочее, прочее, прочее. Потом начинают вот у этой, у одной девочки мы начали искать, чего только у нее не было. Я говорю, у тебя, да, у меня и коленки, это 8 лет, и коленки хрустят. Ну, как можно с этим мириться, когда у вашего ребенка... А что будет, если 8-10 лет ей будет? Как она с этими коленками? И тазобедренные суставы она уже чувствует. Вот я там посижу, а потом, когда встаю, у меня это у 8-летнего ребенка, который... Ну, и это говорит, ну что тут, ну вот такие... Да не должно быть так, вы... Посмотрите, и все это можно исправить буквально за неделю, за 10 дней. Надо просто взяться за это, найти, с чем ребенок пришел, почему у него это. Ну, подумать и разобраться. Беспричинных болей ни у кого не бывает. Не бывает без причины вздутия, урчания, дикого. Не бывает без причины, что ночью мочится, не может нарушена функция сфинктера мочевого пузыря. Он отключился, заснул и помочился непроизвольно. Это ненормально. И это все снимается, ну, буквально за считанные дни. Но надо просто знать. У ребенка это все легко и восстанавливается, убирается, и начинают они дальше жить. Без головных болей, без болей в животе, без... патологических мочеиспусканий, каких-то это. Этого быть не должно. И этому надо найти эту причину. Или часто в последнее время тоже приходят мамы, приводят своих повзрослевших дочерей, да, там 17 лет, 18 лет. Она уже в колледже учится там или где-то, а у нее то ли месячных нету, то ли они, значит, месячные раз, один раз прошли, потом 2-3 месяца нету, потом еще раз. Говорит, ну вот никак у нее не наладится. Да они в 12 лет должны наладиться, или в 13 лет, или кого-то в 11 лет. Или в... Но чтобы 17-18 лет месячные вот так, или их не было. Это... И говорят, ну вот и некогда, она там занятия, она... Вы поймите, если вы в период становления не наладите это, то потом уже это не восстановится. Это все уже. Идет атрофия аппарата, то есть яичника, все. Они должны с 12 лет начать функционировать, вырабатывать гормоны, должен установиться цикл вот этот. И нам приходится у 17-летних, у 18-летних налаживать этот цикл. Потом приходится делать так, чтобы он закрепился, стабилизировался. Это затягивается кому 2 месяца, 3 месяца. Или пришли, привели девочку, было 14 лет в школе. Вот что-то с месячным у нее, то задержки, то это, то не бывает. Наладили.
2-3 года было нормально, потом она поступила в колледж после школы, там засела, перестала заниматься. Ну, надо заниматься собой постоянно. Да, будете сидеть с утра, опять у нее были предпосылки, где-то какая-то травма. Мы нашли, в детстве какая-то травма была, нарушилось питание, спаечные процессы. Восстановили кровоснабжение яичников, матки и восстановили, естественно, и месячные, и все. Потом опять дала нагрузки и сидячие, и то, ну, дети, там занятия, после занятий свои эти самые, потом там посиделки с девочками, она должна, чтобы восстановить и закрепить, какое-то время вести активный образ жизни, восстановить, а потом поддерживать это. Это элементарно. Организм работает тогда, когда движение – это жизнь. Как только малоподвижный образ жизни опять скатывается туда же, в свое нездоровое состояние. Поэтому, как говорится, ну в ущерб, это не в ущерб учебе, а в плюс к учебе. У нас были пациенты, которые отставали в учебе, там то тут, ну, проблемы были с головой, с интеллектом, убрали эти проблемы. Какое-то время они пропустили, ну, месяц-два. Потом они нагнали и перегнали своих сверстников, потому что все стало нормально развиваться. И это не тот случай, когда, занимаясь здоровьем, можно упустить учебу. Как раз не занимаясь здоровьем, упускается и учеба, и и вся жизнь упускается. Что можно нормального девочки достичь, у которой нету месячных в 17-20 лет, и они потом так и не восстановятся. Значит, нарушения гормональные, естественно, потом у них появляются всех вот эти прыщи, этот. Она никогда не будет полноценной женщиной. Женщина для чего? Девушка, чтобы стать женщиной, родить потомство, заиметь семью. А если у нее нету месячных, естественно, нарушение, естественно, никогда ни семьи, ни детей, ничего нормального не будет. Да, может быть, будет. И зато она будет с дипломом или с каком-то этим, какую-то специальность заиметь. Ну, надо всегда ставить, что важнее вашему ребенку. Здоровье и будущее, вся его полноценная жизнь или диплом какой-то, ради которого она потеряет здоровье или что-то еще. Вот эти приоритеты надо всегда расставлять. И пока ваш ребенок не может, вот, как вам сказать, полноценно оценить и расставить эти приоритеты, вот родители, я вот сейчас обращаюсь больше к родителям, если ваш ребенок, неважно, там, девочка, мальчик, школьница, студентка или с детского сада, один раз пожаловался на что-то, второй раз на что-то пожаловался, третий раз на что-то пожаловался. Ну, обратите внимание, не надо отмахиваться, не надо спихивать все на врачей. А вот педиатр пошел, он там дал таблетку. Ну, это педиатр пусть, это ваш ребенок. И вы в ответе за него. И вы потом будете вместе с вашим ребенком расхлебывать то, что вы своевременно не нашли эту причину, не убрали, не восстановили ребенка и не сделали его полноценным, здоровым гражданином общества. Вот с этим я хотел обратиться сегодня. Нормально, Ярослав? 20 Уложились? Да. Ну, вот. Ну, скажите тогда до свидания, зрители. До свидания всем. Спасибо за внимание. Ну, обращайте внимание на своих детей. Ну вот, видишь, 20 минут.